Александр Веселый. Привет, совхоз Буруктальская, Оренбургская область, Светлинского района. Мама, папа, сестры, братья, жив-здоров. Помогаю людям, которые нуждаются во мне, где меня уважают. И мне не стыдно, что вы меня такого сделали. И я так думаю, всем остальным людям не стыдно за меня, за вас. И вам очень большой респект, то, что вы меня воспитали таким. А город Орск тоже. Живу я там нынче. В данный момент помогаем россиянам на Украине. Всего доброго всем. Добра и счастья. Так, передо мной посередине, посередине, посередине. Вот, вот так, и поехали только. Не свет я, же ты, Господи, Боже мой, вознеси руки на твоих Боже, и утверди в нас на камень исповедание. Они едут туда просто добровольно помочь братскому народу, да? Помочь? Вот помочь. Мы ему спрашиваем, вы что за деньги приходят? Какие деньги? Нет, я по идее. Я служил в танковых войсках, я танкист, я хороший механик, я поехал помогать. Он нам не сказал. Что хочется сказать? Пусть прокляты будут это Яценюк и Порошенко вместе с американцами. Спасибо родственникам, вернули его хоть на родную землю.